все не ходи. Там замес сзади пошел. Здесь начинает творить, потому что непонятно, наверное, двойки обгоняет Порше. Уровень нуб. Да, вот этот, конечно, на Z4 исполняет чудеса. Что-то его развернуло? Я видел. Или сейчас развернуло? Не, его развернуло. Я его вогнал. И вот сейчас он так прилично обошел. Я видел в зеркало, как его развернуло. Хорошо меня не ударило, то он прям сзади меня был. Потом резко раз и развернул. Второго развернула на Порше. Докатался. Вот это. Ну и СЛС тут тоже есть. По всей трассе. Металлялия. И кажется, он отключился сразу. И он отключился. Вот такие вот спиди-гонщики. Никакого интереса нет. Я вот даже если иду последний, я как бы концерта еду. Ну да, тут считай, не гоняясь о соперничестве ни с кем, так уже сам собой тогда. Время поставить. Ну и опыта набраться, правильно? Ну конечно. Хоть так едешь, опыта набираешься. Опыт спиди гонщика. Ого, я время хорошее поставил, слушай. Я прям удивлен. Первое время поставил. Для меня это, конечно, удивительно. Необъяснимо, но факт. Хайпанем. Вот словечко, а. Я так и это значение слова так и не
вдумывался, что оно значит. Никак не могу поймать момент торможения на первом повороте. А вот эта, которая линия идет посередине дороги, когда она кривой становится, вот на кривой линии начинает тормозить. Или правильно скажем, оттормаживаться. Понял, какая линия? Вот она вроде прямо-прямо идет, а перед горкой она кривая становится. Вот на кривой... она смещена к левой стороне. Да, 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 вот когда она, да, смещена, вот тогда нажимаю. Только начало смещения пошло, я вот тогда нажимаю. И то я не прям в пол нажимаю, а как бы рывками, а потом уже, ну там, регулирую уже скорость. Так, что-то я заговорился, 4 сотых потерял. Пошел. Ну, еще и выиграл 4 сотых, непонятно где. Ну, хрена себе, а что, первый отключился, я первый иду, что ли? Похоже, да. Он, наверное, это. Они там аварию сделали, я не заметил, как они вышли. Там на двое как никто не едет. Я не знаю, кто-то меня догоняет. Я кого-то немножко банул. Мне кажется, эту голубую Z4 догоняю.
Что-то меня аж подтрухивает. Сзади меня ростовик этот подпирает прям. Ну, у него время, конечно, лучше, чем у меня. Но меня подтрухивает. Холоднокровие. Как его достать? Откуда? Что нужно подумать, чтобы было хладнокровие? Зеркала заклей. Обошел меня напрямую, обошел. Да, где-то я что-то не так. Ну, конечно, да, 2 секунды быстрее меня едет, а него куда побольше. Ладно, пока вторым приду. Буду надеяться, что не занесет. Да, обидно, он прям передо мной, скотина такая.